Гречку на завтрак можно приготовить различными способами и с добавлением как сладких, так и соленых продуктов. Сегодня хочу поделиться с вами самым универсальным рецептом гречки с молоком. Смотрите. Завтрак – это важный прием пищи, который нежелательно пропускать, особенно детям. Отличным решением на завтрак будет каша. Сегодня покажу вам, как приготовить гречку с молоком. Это сытный, вкусный и полезный завтрак для всей семьи. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Подготовьте продукты. Приступим. 2. Гречку переберите, промойте, залейте кипятком, положите 1-2 щепотки соли и варите до испарения жидкости 15-20 минут. 3. Через 15-20 минут гречка будет готова. 4. Добавьте горячее молоко, сливочное масло, перемешайте и подавайте. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Каша готова. По желанию можно положить в нее сахар и сделать сладкой. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Гречка ядрица 1 стакан, вода 2 стакана, молоко 2-3 стаканов по вкусу, масло сливочное 30 грамм, соль 1-2 щепоток, количество порций 3. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем приятного аппетита, жду вас снова.